Очень часто в своих желаниях и намерениях, особенно открытый эгоцентр, работает на состояние. Ты хочешь Бентли или ты хочешь себя в Бентли? Ты хочешь что-то кому-то доказать или ты по-настоящему хочешь пользоваться этой вещью себе на благо и ради комфорта? Это очень тонкий момент, который не всегда очевиден и его стоит разбирать с кем-то, кто может посмотреть на эту ситуацию со стороны. Если ты сейчас решаешь о приобретении какой-то вещи или в попадании в какой-то важный процесс, очень важно задать себе вопрос: я ищу состояние или кому-то что-то доказываю? Ведь если ответ на первый вопрос положителен, то ситуацию, как правило, можно решить гораздо быстрее, легче и дешевле. Ведь очень часто мы покупаем машину, чтобы что-то кому-то доказать. Мы выходим замуж для того, чтобы быть как все. Мы вступаем в какое-то сообщество или какой-то клуб для того, чтобы чувствовать себя частью элитного племени. Вот поэтому так полезно иногда взять паузу, посмотреть на ситуацию со стороны, обсудить ее с близким человеком или специалистом. И очень многие скрытые теневые вещи могут стать явными, понятными и прозрачными.